Приветствую вас, может быть, я чего-то не понимаю, но мне показалось немного странным, что ребенок вас ненавидит, а поговорить с ним почему-то должен муж. Раз. То есть, ну, ребенок же вас ненавидит, соответственно, разговаривать ему нужно с вами, а не с мужем. С вами нужно наладить отношения. Причем здесь, как бы, муж. А это очень напоминает, к сожалению, то, что вы, такое впечатление, что не хотите брать ответственность на себя за вот то, что происходит с вами, вот. А вы не хотите такое впечатление, что брать ответственность значит, за вот ту ситуацию, которая которая произошла с вами. Понимаете, и вот если честно, то это, наверное, такая самая серьезная, на мой взгляд, проблема. То есть, во-первых, вы реагируете на то, что ребенок к вам относится так, вот, вы реагируете на это. Это первое. И второе, это вот то, что вы как бы сами, ну, хотите разбираться в том, что происходит с вами, да, ну, с вами, между вами и вашим, там, например, мужем и ребенком мужа. Вот, поэтому я думаю, что, в первую очередь, сориентироваться вам нужно на это. Дальше, вы говорите, что вас просят, уйти, да, уехать, и, такое ощущение, что вас это задевает, такое ощущение, что вас задевает вот это ситуация. С ребенком. И, на мой взгляд, нужно обязательно вам определить для себя, чем эта ситуация вас задевает. Вот. То есть вот конкретно, чем она вас задевает. Вот. Мне кажется, что это очень важно, потому что, на мой взгляд, ребенок чувствует вашу, такую, как бы сказать, может быть, слабость. Ребенок ощущает, что вы слабы, ребенок чувствует, что вы как-то вот, может быть, себе не уверены, ребенок чувствует, что вы
себе сомневаетесь, и может быть в этом и есть как бы проблема. Вот. То есть в том, что вот как раз вы не можете до ребенка, вы не можете показать ребенку, условно говоря, свою силу, да, свою уверенность в себе, и, собственно, он поэтому вас ненавидит. Вот если бы вы, если бы вы ему смогли бы продемонстрировать некую уверенную позицию свою, вот, то, вероятно, ребенку было бы легче вас принять, ребенку было бы проще это сделать, а так вы, по сути, подкрепляете его какое-то вот представление о вас, да, подкрепляете то, что он о вас думает, то, что он, может быть, подозревает, и, соответственно, это мешает. Вот. Ну и, соответственно, Галина, вот это задевается, да, вот это задевается, что из игрока ребенок против вас. Вот. Как вас это задевает? Да? Как муж ваш, значит, пришел к тому, что не хочет разговаривать там, например, если не с ребенком, то с свекровью, да, какие у вас отношения с ним, насколько вы уверены в этих отношениях. Вот. Дальше, вы говорите о том, что он, значит, вы живете с мужчиной 4 года, но потом называете мужчину своим мужем. Это тоже немного странно, если честно, потому что мужчина и муж все-таки разные вещи, вот, и на мой взгляд, вам имело бы смысл как-то объяснить этот момент мужчина или ваш муж все-таки. Дальше, вы пишете про депрессию, это психическое заболевание, которое должно диагностироваться врачом, вот, соответственно, не очень понятно, есть у вас диагноз депрессии или нет у вас диагноза депрессии, если у вас есть диагноз депрессии, то вам нужно обратиться к врачу. Вот, то, что вы себе сами ставите диагноз, это, по меньшей мере, не полезно для вас. Вот, ну и, соответственно, не знаю, как жить дальше, чтобы что, да, чтобы, например, вас, если вы хотите, чтобы вас принял ребенок, то... если вы хотите, чтобы ребенок вас принял, то вам нужно себя, в первую очередь, наверное, принять. Вот. Так что... Это очень важный момент, на который вам имеет смысл, свое внимание обратить. Вот. Это то, что я могу вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.